Приветствую, друзья, с вами Дмитрий, и сегодня у нас на распаковочке масочка из неопрена. Ну что ж, давайте посмотрим. Вот получил я в такой вот миленькой коробочке. Как обычно, все товары от компании iGoods вот приходят вот в таких вот больших коробочках. Давайте посмотрим. Сейчас мы ее вскрываем. Давайте посмотрим, что же там внутри. Так, я заказывал 3 штучки. Здесь больше ничего нету. Откладываем. Подобные масочки у нас уже были на обзоре. Они были именно с клапаном. Эти же маски, они у нас без клапана. Давайте их откроем, посмотрим качество. Я думаю, что качество здесь, как и у тех, на высоте. Поэтому... Упаковочка очень стильно сделана. Пакетик для каждой маски, что очень важно. То есть у вас упаковка, если там что-то случится, да, то есть не пострадает при перевозке ничего. У каждой масочки своя упаковочка. Кстати, упаковочка дышащая, чтобы материал не пах. Вот такая вот масочка. Она достаточно легкая. Можно сказать, даже невесомая. Материал этот немножко тянется. Крепления для ушей здесь очень-очень нежные, очень мягкие. Во-вторых, они очень тонкие. Это нам говорит о том, что на ушки это давить нам не будет. Масочка совсем сидит легко. Вот, шовчик здесь сделан очень хорошо. Он прострочен, прошит. Вот, и уверен, что запотевать очки в ней тоже не будут, так как материал дышащий. Вот такая вот масочка. С учетом нашей нелегкой эпидемиологической ситуации в мире, да, сейчас достаточно актуальная вещь. Допустим, а если я их выверну наоборот? Слушайте, ну и так ее можно носить. И так, и так. Наверное, так даже будет более интереснее. Шовчик такой. Наверное, вот так будет более правильно.